Ну что ж, Ариару, народ, микрофон Мамору, и это новая серия по такой увлекательной игрушке, как RimWorld. Так, нас Рэнди к чему-то готовит, потому что очень много всего скинуто было в недавнее время, так это нужно областью. Ребят, у вас тут очень много заниматься, особенно переноской надо, и вперед. Давайте посмотрим, что нам выпадет сейчас с обломков наших. Еще обломки. И тоже надо будет разобрать пельмени. Да, нам выпало очень много компонентов, и это замечательно. Мне очень не нравится. А, я понял, почему тут жарко так. Я дурак. Ребята, я дурак. Поздравьте меня. Я дурачок. Я совершенно забыл, что это у нас холодильник, и весь горячий воздух он приносит сюда. Поэтому надо будет в скором времени производить короче, глобальную перестройку этого места. И надеюсь, это будет происходить очень в быстром формате. Пельмени у нас с этими проблемами все справятся. Также нужно будет построить вот так вот. Потому что животных стало реально много. Пельмень, займись, пожалуйста, дверью. Ты собрался ее делать и что-то забросил. А эту дверь нужно будет разобрать. Давай, пельмень, я в тебя верю. Так, быстрее работай над проектом. Также нужно будет построить вот так вот. Пельмень, давай быстрее. Так, нет, давай, пельмень. А, работай над проектом. Ага, замечательно. Так, смотрим. Вот это вот нужно будет разобрать. Пельмень, займись этим. И построить копию вот здесь вот. Потому что я не хочу, чтобы холодильник даже на минуту пустовал. Потому что у нас все это может испортиться очень быстро. Замечательно, перенесено. Также нужно будет построить копию данной двери вот здесь вот, скажем. Пельмени, и займись этим, пожалуйста. Также нужно будет сделать здесь вот такой вот проходик. Построить вот так вот. И все это перенести. Переставить тут сюда. А, то, что тут лампа, окей. А, давайте это открыто держим. Пельмень, ну, ты знаешь, что делать, короче. Я бы все вот эти вот оружие кому-нибудь продал. Втюхал бы, желательно. Так. Окей, и типа технологии нам нужно удариться в пулеметной турели. Так, индюшки начинают голодать, это радует в какой-то степени. Декрушение. Так, что с тобой? Здоровье, смерть через 5 часов, это плохо. А, приказать мебель, спальное место, больничный кровать. Босс, спасай, спасай. Быстрее спасай, я думаю, я верю в тебя, ты спасаешь. Так, по персоне. В принципе, не хорош человек. Гость. Окей. Растеневод хороший, ученый, медик, ремесленник тоже хороший. В принципе, колонист хороший. Давай. Окей, ты не хочешь его здесь спасать? Босс, давай только быстрее, пожалуйста, он нам нужен. Чуть-чуть не успел. Буквально чуть-чуть не успел. Давайте сделаем новую область. Управление областями. Новую область. Пастбище. Окей. Вот это все область будет пастбищем. Раз, два, три, где будут жить муфала. Потому что мне очень не нравится то, что муфала периодически к нам забегают на огонек. Пока индюшек у нас недостаточное количество, и пока позволяет возможность, мы расширим доступную индюшатника. Я, конечно, понимаю то, что это делать так нельзя, но если очень хочется, то можно. Пускай они едят у нас вот это вот дуванчики и радуются жизни. Так. Я вижу, у нас застроилось, поэтому можно переставить это сюда. Пельмень, займись этим, пожалуйста. Ага, раз. И переставить это сюда. Также нужно будет переставить это сюда. Пельмень, займись, пожалуйста. Вот так, замечательно. И теперь встань сюда. Встань сюда. Пельмень, займись, пожалуйста, переноской. Вот этого сюда. И вот этого сюда. Пельмень, это нужно сделать как можно срочнее. Максимально срочно. Все. Мы перенесли. Шедевральный стол мы убираем. Это тоже мы убираем. Вот это все нужно будет разобрать. Потому что тут и так очень жарко. А тут даже холодно. Так, холодно нам не надо. Кул-выкл. Джесс, ты сможешь выключить? Переключить кондиционер. И эту дверь можно даже запретить. Хотя, что произошло? Ладно, понятно. А почему весь обесточилось? Типа солнечной вспышки нету. Ведь генератор сломался, но пельмени его починит. Я не понимаю, почему
Свет везде отключился, типа. По энергии, если... А, просто взяла и энергия пропала. Понял, почему пропала энергия. Это да, это мой косяк. То, что тут глупое соединение. То есть вот, вот таким вот образом нужно сделать, будет и вот таким вот образом. Пельмень, это нужно сделать максимально срочно. Надеюсь, ты меня понимаешь. Мясо мув. Пельмень! Зачем занят, блядь? Строй максимально быстро, потому что мясо сгнивает. В чем проблема? Пельмень, пожалуйста, займись этим. Максимально быстро, в приоритете. Прям вот очень быстро, потому что тут уже 12 градусов. Все. Свет есть, и тут 4 градуса тепла. Давай, охлаждайся. Охлаждайся, говорю. Два кондейна не справляются, как я вижу, да? Хотя должны. Все, он минус градусы, и это замечательно. Фу, мы справились с небольшим кризисом. Нельзя это было... Можно это назвать кризисом или нет, я не знаю, но мы с ним справились. Также нужно будет приказать выровнять поверхность вот здесь вот. И, я так понимаю, нам нужно будет приказы выкопать вот эту вот всю поверхность и увеличить склад медикаментов, даже вот таким, думаю, макаром. Чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше, потому что медикаменты там гниют. Джордан успешно преодолевает психическое сопротивление пленника. Ага, и теперь можно будет его вербовать. Я думаю, знаете что, можно даже увеличить этот, это помещение, сделать в два, то есть, либо две камеры, хотя можно сделать либо общую камеру, либо две маленькие камеры. Сейчас, короче, можно будет переделать у нас тюрьму. Муфло доится, у нас теперь в достатке очень много молока, и из молока, кстати, и из обычных ягод можно делать, в принципе, наши любимые вкусные блюда. Понятно. То есть он у нас прирутился. Персона, дальний бой девяточка, замечательно. Пожалуйста, ты возьми у нас шедевральный лук. Пока что это так, но потом это будет по-другому. Верстак. Разобрать механоида, делать бесконечно. Окей. И смотрим. Ручной пулемет, пистолет-пулемет, автоматический. Сделать автомат. И, пожалуй, сделать 4 штучки. Так, ага. И меня, в принципе, все устраивает. Надзор и троечка, в принципе, да. Хороший колонист, ничего не скажем. И сейчас посмотрим, что он себя будет представлять. Наконец-то вы можете вот так вот провести кабель и не ебать мозги уже никому. Смотрим, тут 13 градусов, вообще идеально. Минус 20, это вообще идеально. Идеальная температура здесь. Хотя снаружи 22. С холодильником у нас теперь проблем особых нету, это замечательно. Сеньор, если ты сделаешь плохое оружие, это будет твое. Если ты сделаешь любое другое, это тоже будет твое. Думаю, за сегодня ты его сделаешь, поэтому я за тебя не переживаю особо. Мне очень нравится то, что пастбище бум-крыс к нам так вплотную подошло. Потому что они могут рано или поздно прийти, зайти на нашу территорию и взорвут там все нахрен. Сейчас сложно было, я не понял, зачем пельмень сюда зашел и просто пахал. Ну ладно, пускай так будет, это будет на его совести. Ёмаки беременна. О, у нас хаски беременна, это классно. Только сейчас с ней поговорил Джордан, и теперь она беременна. Ну ладно, пускай будет так, я не против. Если у вас такие дела и у вас такие отношения, я как бы сюда не лезу. Мне на самом деле очень не нравится, что здесь у нас есть такая большая поверхность. Я вот думал сейчас, походу ее нужно будет как-нибудь облагораживать. Я здесь хотел сделать склад, хотя у нас склад здесь прекрасно располагается. И в случае чего он расширяется в разные стороны. Я думаю, склад надо, наверное, не будем приносить. А это надо будет благородить, думаю, под тюремной комнатой. И отсюда ее будет убрать в ближайшем будущем. Но сначала построим поджилые, а потом уже посмотрим. И сделаем вот таким вот образом. Дальше уже посмотрим. Просто решили и не подобрали. Почему и... Господи, почему их не перебирают, если... Ребята, не бесите меня. Металлолом весь тоже надо будет перенести в скором времени. Вот это все надо будет перенести. Почему этим никто не занимается? Пожалуйста, займитесь переноской. У нас тут дофига металлолома под базой. Лежит не только металлолома, а всякого нужного мусора, типа компонентов. И вы просто их игнорируете. У вас, может быть, стоит типа ограничение, неограниченная область
Я тогда серьезно не понимаю, почему вы стоите и тупите. Уф, он сходит с ума. Сколько ей до нас? Много. Так, пельмень. Вон муфл наш бежит, я думаю, сейчас мы справимся с ним. Все это было легко. Иди дальше заниматься своими делами. Знаете что, я хочу просто их проэкспериментировать. У нас, в принципе, Джесс должен... будет... Сколько ей лет? По-моему, она малолетка у нас, да? 15 лет, да. И будет небольшой такой, так, никаких наркотиков для расслабления. Изменить только пиво по расписанию каждый день. Теперь, по идее, Джесс у нас будет постоянно бухать, если я все правильно. То есть она у нас будет всегда выпивать и тем самым будет постоянно всегда в приподнятом настроении. Учитывая то, что ей всего 15 лет, я думаю, это будет неплохой эксперимент. Давайте просто им, в принципе, поселенцам, что угодно, запретим носить головные уборы. Я пока не знаю, что с ними делать. Пускай живут пока индюки. У нас всего 3 индюка, остальные индюшки. И пускай живут, я, в принципе, не против этого. И все-таки нужно заняться нормальной тюрьмой. Думаю, это сделать нужно будет в приоритете. Я вот думаю, ее либо здесь продолжать делать, либо приносить в другое место. Пока я с этим не знаю, не разобрался, и нужно будет это делать. Либо начать ее сделать здесь, либо переносить в другое место. Я не знаю пока, ребят. Думаю, оставлю здесь. От этого ничего не теряю. Сейчас нужно будет пока... Я пока займусь разметкой. Пока займемся вот такой вот схемой. Пока это, думаю, можно все отменить. Зачем я отменил, не знаю, ладно. То есть еще нужно будет сделать с гранита вот так вот дверь, и это пока все просто запретить. Стол мешает проходить туда-сюда. Это проблема. Переставить вот сюда вот. И вот все-таки нужно будет выкопать вот это все дело. Придется. Я не, как бы я не хотел расширяться, но тут слишком мало места для этого все. Ага, замечательно. И вот это все нужно будет сейчас сломать. И также нужно будет выровнять всю эту поверхность. Окей? Сейчас нужно будет выровнять всю вот эту поверхность, я говорю. Вот так вот. Я серьезно даже не знаю, как это будет сделать лучше. Думаю, вот таким вот образом. Переставить вот так вот. И переставляй вот это вот. Сейчас мне вообще коврот качества надо. Так, где вам крыса? Вы помните? Так, пельмень сюда. Босс сюда. Ты сюда. Речан сюда. Пиола сюда. Сеня сюда. Что бумкрыс это опасно, и она, если она сейчас придет, то она придет сюда. А, она маленькая, в принципе. Здоровье, она умрет через 7 часов. И мне всегда было интересно также проэкспериментировать. Думаю, вам тоже будет интересно, умрет ли, взорвется ли бумкрыса после того, как она умерла своей смертью, и никто не застрелил. А он, чтобы сейчас гости не... А, пришли все-таки, ну ладно. Подрулись? Окей, мы с вами болтать можем? Нет, а что вы пришли тогда, собственно? Если мы с вами болтать не можем. Так, у меня слишком много индюков. Я думаю, то что... Индюк... Так, индюк раз. Его надо будет заколоть. Но одного индюка надо будет заколоть. Потому что 3 индюка это слишком много. Так, босс. Здесь сделали автомат. Это отличного качества. Да... Ладно, пофиг. Бери, босс, автомат. У тебя тоже автомат. Винтовка. Бери лучше вот это вот. Нужно будет сейчас перенести вот этот склад куда-нибудь. Со всяким дерьмом, типа, ресурсов. Даже, я даже не знаю, как это будет лучше сделать даже. Это правильно, переплавить металлолом, делать бесконечно, и, пожалуй, нужно включить. Точно, я забыл, то, что нам нужно... Вот мы можем теперь строить турели. Раз нужно этим заняться, мини-турель, да. Ух ты, дальность какая большая. Это очень замечательная дальность. До сих пор, я думаю... Хотя бы парочка тут турелей вот здесь, вот, чтобы они крыли вот так в таком вот формате. Думаю, не лишними не буду. То есть, раз, два, три, четыре. И пускай строится. Окей, ухудшились. Мне от этого нигде ничего не холодно. Видимо, придется нарушать мне симметрию. То есть, вот это вот нужно будет разобрать пельмень. Займите, пожалуйста, этим. Раз. Потом построить нужно будет копию вот таким вот боком. Два. Это даже отменим. И построить копию нужно будет из мрамора вот сюда вот. Построить копию вот сюда вот. А это
отменяем даже. А вот этот нужно будет разобрать полностью сейчас. Хотя можно не нарушать симметрию. Сейчас посмотрим на самом деле, как это можно будет лучше сделать даже. Вот это все нужно будет разобрать. Вот этот выкопать. Пельмень, займись, пожалуйста, этим. Так вот эту дверь нужно будет разобрать. И замечательно. Пельмень сможет построить? Да, построй. Также нужно будет сейчас расширить область вот до таких высот. Сможешь? Также нужно будет здесь вот таким вот образом построить. Карта чисто. Окей, изучено. И теперь нужно будет делать геотермалку дальше изучать. А эту мы дальше расширяем вот таким вот образом. Уменьшаем область вот здесь, вот в этом месте. Мы копируем на склад. Копировать настройки, склад установить настройки. И вот этот склад удаляем. Пельмень, ты можешь занять за дверью? Также нужно будет здесь вот все построить. Покрытие сделать из... Давайте из мрамора сделаем. Так, а это плохо. Противник нападает немедленно. Механоиды. Механоиды, это плохо. Так, 611, энергокопье, замечательно. Так, Джордан и Джесс, вы остаетесь здесь вдвоем. Зря который не поставил. Пельмень, раз сюда. И нужно будет в срочном порядке делать хотя бы вот эти две турели. Да, думаю. Так, Сеня, сиди, вы все его атакуете. Так, смотрим. Замечательно. И теперь его атакуй. А, то есть ты решил не пойти сюда. Почему? А ты решил обойти или как? Ты сейчас что? Ага, все-таки прошел, решил сюда пойти. Все, можете заниматься своими делами. Так, у нас лучше всего... Так, а ты сможешь, типа, жнеца перенести, типа, не знаю, босс, ты сможешь его, типа, ковать? Хотя нет, ты сможешь его, типа, разделать, работать, используя верстак, типа, разделать, пока есть возможность. Да, замечательно, ты можешь это делать. Вот это вот можно будет не делать, потому что сейчас будет эта часть расширяться вот таким вот образом. А вот эта вот часть сейчас будет колоссально разбираться. А также нужно будет сделать сюда вот выход какой-нибудь любой. Хотя бы здесь. Ребят, у вас дофига работает. Давайте не спать. Давай, цигель. Работаем. Арбайтен. Кабель. Нужно будет сюда протянуть кабель вот таким вот образом. Надеюсь, что они отсюда дотянутся. Типа, отсюда дотянутся, они и будут все замечательно. Хотя бы... Вот так вот, хотя бы одну пельмень построй и дальше занимайся своими делами. Дикарка, неплохо. Так, а чё? Давайте попытаемся арестовать. Типа, а какая ты вообще? Медицина, искусство, ремесло. Ремесленник хороший, это хорошо. Кулинар, растеневод. В принципе, нормальный колонист. И меня устраивает. Давай попытаемся арестовать и думаю... А, ближний бой. Чё, по здоровью? А чё у тебя по здоровью? Блин. Семерка. Единичка. Давай ты атакуй в дальнем бою. Слишком близко. Убегай. Убегай. Босс и пельмень, сюда идите. Срочно порядке, максимально срочно. Это плохо, давайте сюда быстро. Арбайтен, ты тоже сюда. Что с тобой не так? Нормально, все жизнь. А то, что ты на виде набралась, это плохо. Так, ты жить будешь? Да, не опасное разрешение. Пельмени, босс, где ваш там шлейф? Сейчас можешь расслабиться. Так. Так. Босс, бери, спасай. Ты захватывай. Ричан, возьми... так. Ты не можешь перенести. А что у тебя смертельного-то?
Быстрее лети! Добить. Стрелять. Нет. Так. Здоровье. Лечи без лекарств. Иди, лечи, срочно.